Приветствую вас. И вот что меня заинтересовало лично в вашем СМИ, там то, что вы написали, что вы принимаете свои мысли, но в конце знак вопрос. Вот я бы хотел вас спросить, а что вы имеете в виду, говоря про знак вопроса? Ну, то есть, что вы имеете в виду, говоря об этом? Вы имеете в виду, что это всегда остается всегда остается вопрос, вы это имеете в виду? Или что? Дело в том, просто, что я бы сказал, что это нормально, когда остается вопрос. Ну, если вы понимаете, что я имею в виду, конечно, здесь. То есть, это нормально, что у человека присутствует некоторое недосказанность, что ли. Вот. Это норма. Но вы такое ощущение, что как будто бы не очень принимаете вот этот момент. Такое чувство у меня возникает. То есть такое ощущение, что вы не принимаете недосказанность. Вот. Но, тем не менее, недосказанность — это вполне себе реальная, нормальная история. Ну вот. Для человека более чем естественно и нормально. Просто я думаю, что вы не выносите неопределенности, я полагаю. И это вам больше всего мешает. То есть вы не можете находиться в неопределенности. Вот. Вам тяжело, сложно себя слышать. Вот. Поэтому мне кажется, что проблематика в этом заключается в первую очередь. Поэтому нужно преследовать то, что вас беспокоит, потому что навязчивые мысли это про желание, это про потребности
про ваши потребности. И как бы то вот я бы сказал то, что ну то, что важно, то, что очень важно, то, что очень ну, как бы ценно, чтобы этот момент, ну, чтобы этот момент понять вам, например. Вот. Момент здесь такой, как мне видится, по крайней мере. Я не я не настаиваю, да, я не настаиваю, безусловно, вот, но мне видится история вот такой, в первую очередь, такой мне видится история, таким мне видится момент, ну, момент, вот этот момент. Вот то, что я хотел вам сказать. Ну, как бы в ответ на ваш вопрос. Вот, а дальше уже можно будет исследовать то, что вам с этим делать, ну, в дальнейшем. Вот. На этом все. Я с вами прощаюсь. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь, если будет такое желание.